Наблюдать за подготовкой к майскому голосованию сегодня на Украину уже приехали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их число в скором времени обещают значительно увеличить, сразу в 5 раз. Об этом объявил руководитель миссии на пресс-конференции в Харькове. Местные жители оказали ему громкий и более чем прохладный прием. Репортаж Александра Лякина. Пикет у гостиницы в Харькове, где разместилась миссия ОБСЕ. «Go home, мы не Косово. Россия – наши братья и сестры, Обамы нет». Такие плакаты могли увидеть первые представители ОБСЕ в Харькове. Как они утверждают, их миссия на Украине гражданская и никак не связана с назначенными на 25 мая выборами президента. Их цель – разобраться в ситуации на востоке и на юге Украины. Но, судя по всему, харьковчане в объективность и непредвзятость ОБСЕ не верят. «Для нас вы – никто. Пошли вон. Люди Харькова, область всего юго-востока Украины». Это обращение от всех пикетчиков зачитал житель Харькова Егор Логвинов. Ему ответил глава миссии Адам Кабирацки. «Те, кто критикует ОБСЕ, учтите, что это критика в адрес 57 государств, а не организации как таковой». Уже после пресс-конференции харьковчане объяснили свою позицию представителю ОБСЕ. Эта позиция русскоязычного большинства всем известна. Ее каждое воскресенье можно услышать на многотысячных митингах в Харькове, Донецке, Луганске и в других городах юго-востока Украины. «Наша цель – провести референдум, и люди должны сами решить, где им жить, как им жить, с кем дружить, на каком языке говорить, куда тратить свои деньги, от кого получать помощь». Миссия начала свою работу в 10 крупных городах Украины. В Луганске недовольные действиями новых властей рассказали, как арестовывают лидеров протеста, как власти мешают проведению оппозиционных митингов. «Не все могут приехать сюда к нам, потому что власть приняла меры, что начинает блокировать города, чтобы люди к нам не приезжали. Блокпосты ставят, милиция, машины. Будет ли толк от всех этих разговоров, люди не знают, но они решили хоть кому-то высказать свое возмущение, потому что власть их слушать не хочет. «Если поднимется наша область, а люди в области уже более радикально настроены, они хотят уже действовать. Если наша область станет действовать, может быть конфликт. Большой конфликт. Да, они готовы. Да, то есть шахтеры — это те люди, которые, если встанут, они обратно уже не сядут. Они дойдут до Киева». Пока на Украине будут работать 100 наблюдателей ОБСЕ. Возможно, скоро их численность будет увеличена в 5. Результаты своей работы они в виде доклада отправят в штаб-квартиру ОБСЕ в Вену. А уже там будут выработаны рекомендации властям Украины. Александр Лякин, Сергей Нащекин, Первый канал.